Каждое пассажирское кресло оборудовано ремнем безопасности. Each passenger seat is equipped with a seatbelt. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в замок. To fasten the seatbelt, insert the metal tongue into the buckle. Потянув за ремень, подтяните его по размеру. Pull the tape to tighten the seatbelt. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка вверх. To unfasten the seatbelt, lift the metal flap. Ремень безопасности должен быть застегнут и затянут по размеру во время руления, взлета, снижения, предрубленности. И всегда, когда включено на блок, пристегните ремни. You should fasten this through a statue for tick-off leading during turbulence and when all the fast passengers reach top. Более подробно знакомиться с аварийно-спасательным оборудованием вам поможет инструкция безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Изучите ее внимательно. The aircraft safety card is prepared in front of you. Give the details of all the safety equipment in the access of this aircraft. Please read carefully. Дамы и господа, мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресла, столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники, открыть шторки на иллюминаторах, застегнуть и затянуть ремни безопасности. Перевести в авиарежим все электронные устройства солнца и передачи данных. Отключить и убрать ручную кладь электронные устройства, размер которых не позволяет быстро и безопасно разместить их в кармане впереди стоящего кресла. Напоминаем вам, что курение на всех рейсах S7 Airlines запрещено. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации, употребление алкогольных напитков, принесенных на борт самолета, запрещено. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we're preparing for takeoff. Please ensure this.